Всем приветики. Как в Sony Vegas замедлить видео и звук? У меня вот сейчас открыт файл, в котором это уже сделано. Это я видосик выложил только что. И вот как это все выглядит. Это идет без замедления. А дальше идет уже с замедлением. Вот, как это сделать? Вы открываете свой файл, который вы хотите замедлить. А затем... для начала вот посмотрим, что оно все идет без замедления. Вот, затем наводите на край этого фрагмента курсор, и у вас появляется стрелочка такая беленькая. Нажимаете Ctrl и удерживаете. И появляется такая волнистая линия и пишет растяжение по времени. Далее мышкой начинаете растягивать. И у вас снизу идут проценты, которые показывают, насколько вы замедляете. И чем больше у вас увеличение, тем медленнее будут идти эти проценты. То есть, если вы хотите точнее выставить проценты, то просто сделайте больше увеличения. Ну, я замедлял на 30%. Это такое самое приятное, такое медленное замедление. Вот, в данный момент мы уже замедлили. Вот, теперь просмотрим. То есть видно, что видео замедлилось, но что-то со звуком произошло нехорошее. Он у нас рассинхронизировался, поэтому идем в свойства звука. И связываем синхронизацию с расстоянием. И у нас сразу показывает вот снизу, что синхронизация стала минус 19, а замедление минус 32. И теперь смотрим, что произошло. Вот, таким вот образом работает замедление. Как-то так. На этом все. Всем покедова.